Слава нашему Господу! Не знаю, как вы сегодня, но я проснулся сегодня с утра, знаете, такое светит солнце, такое яркое солнце. Это у меня аж настроение подняло. Господи, слава тебе, прекрасный день. То у нас в Вашингтоне, знаете, в других местах не столько благодарят за солнце, сколько мы благодарим. В Калифорнии, в Флориде они наоборот радуются, когда дождь пришел. Помню, калифорнийцы к нам приехали, ликуют, радуются, у вас дождик пошел, такие все радуются. Думаю, слава Богу, хоть кому-то такое... А для нас радостно, когда солнце, особенно когда праздник. Знаете, когда солнце, чувствуется праздник. На самом деле праздник, который пришел в ваш дом, знаете, и мы сегодня рады вместе с вами разделить этот праздник. Это Рождество, я думаю, друзья, родственники, все сегодня пришли, на самом деле, разделить радость молодых. И сейчас будет играть музыка, сейчас будет заходить сразу жених, потом свидетели, а потом, когда будет заходить уже папа с невестой, то я попрошу вас потом уже все встали на ноги, пока можете сидеть. Пожалуйста, оператор, включай музыку, и наш Яков заходит первый. Присаживайтесь. Торжественный день молодых, и мы сегодня с вами тоже оставили наши дела и пришли на это место, пришли на ихний праздник. И знаете, я понимаю, что мы хотим их благословить от всего сердца. Родители радуются, тоже благословляют. Дедушки приехали, родственники приехали с разных мест. Но знаете, я понимаю, что их благословить тоже хочет Господь. Аминь.
на самом деле желание Божьего сердца благословить вас. Я бы хотел вместе с вами помолиться, сказать: Господи, мы нуждаемся, что Ты пришел на это место. Мы хотим, чтобы Ты излил Твои потоки живой воды, что на самом деле здесь Ты благословлял, чтобы Бог дал мне слово от Него, которое Он хочет сказать вам. И на самом деле, чтобы все это устроил Господь. Я хотел, чтобы помолились и попросили Его в этом. Господь, мы стоим пред Твоим лицом сейчас, Отец мой. Боже, этот праздничный день, Господь, он не раз в жизни происходит, в их жизни. Отец, я прошу Тебя, Боже, благослови. Благослови это сочетание, Отец, мы устрои и благослови, Господь, Рави. Каждый из нас пожертвовал временем, приехал сюда, чтобы разделить эту радость, Отец. И мы просто хотим благословить молодых от всего сердца. Благослови, приди на это место, Боже, устрояйся, устрои пение, сочетание, Боже, я прошу, благослови молитвы каждого, Господь, Рави. И то, что на сердце родителей, Господь, на сердце молодых, да услышишь Ты, Господи, да придет Твой ответ, да придет Твоя милость, да придет Твое благословение, Боже. Ты устрояй, Ты благослови, Господь. И мы просто нуждаемся в Тебе, что Ты пришел своим присутствием, Боже. И чтобы Ты был прославлен в этом служении сегодня, всемогущий Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь. Сейчас у нас группа споет. Берегите любовь. Хай Бог благословит вас. Знаете, мы с молодыми проводили уже беседу, проводили, наверное, около 10 часов, может, даже больше, общались с ними на разные темы.
Уже говорили в вопросе, как роль мужа, роль жены, вопрос конфликта, вопрос финансов, вопрос отношений с родителями даже говорили. Знаете, я даже пообщался с ними, думаю, надо, наверное, курсы сделать для родителей тоже. Как отпускать своих детей, на самом деле, чтобы было благословение, чтобы отпустить и с радостью. Даже говорили уже о сексуальных отношениях в конце, даже вчера уже об этом говорили. Уже все темы, в принципе, и поговорили. И знаете, ну я хотел бы, тоже думал, о чем еще можно говорить, если уже столько всего рассказали. На самом деле, что можно еще говорить молодым? И знаете, я взял одну тему, взял тему назначения брака. Вообще, для чего брак нужен? Для чего вы сыграете брак? Для чего он нужен? Что именно заложено в смысл брака? На самом деле, назначение брака. В чем оно необходимо? Вообще, если так брать, знаете, я вспоминаю, когда я покаялся, пришел к Богу, то я понимал, что все в моей жизни, что нужно. Я пришел к Богу, это я получил крещение Святым Духом, и я был не один такой, у нас были, мы молодежь были такие, как вы. Ну, сейчас уже не такой молодой, как сейчас, как вы, но в то время мы были 15, 16, 18 лет, и мы вопияли к Богу: «Боже, слава Тебе, что Ты наш Бог!» И мы просили: «Господи, забери нас на небо к себе». Хорошо быть в Божьем присутствии, говорим, хотим к Тебе на небо. И знаете, и когда мы начали молиться: «Боже, забери нас на небо», то наши родители начали молиться другой молитвой. Не: «Господи, оставь этих детей еще здесь, на этой земле, чтобы они что-то сделали». Почему мы думали, что если мы пришли к Богу, ну что лучше, чем с Богом, так или нет? На самом деле, самое главное в жизни – это общение с Ним. Вот когда мы получили Его присутствие, мы хотели к Нему на небо идти. И знаете, когда родители начали молиться, чтобы Бог дал нам, открыл нашу свою волю, то, знаете, каждому из нас Бог стал открывать назначение. Так что, сестры, для вас есть назначение, на небо не проситесь еще. На самом деле, Бог имеет назначение для нас. Знаете, и когда Бог с каждым и стал открывать, мне Бог открывал, что я буду ездить на миссию, буду проповедовать Евангелие. Одной сестре сказал: «Бог, Бог даст дарование», и дал дарование пророчества, и Бог стал через нее действовать. Каждому из нас было откровение. Почему? Бог имеет назначение для нашей жизни. Вы верите в это, сестры? Я знаю, что вы не спали, но хоть чуть-чуть. Я понимаю, что, Яков и Илона, сегодня вы должны понимать, что то, что происходит сегодня, Бог имеет назначение. В браке есть назначение. Вы верите в это или нет? В браке есть назначение. Бог что-то хочет сделать через брак. Вопрос: что цель назначения брака? И знаете, когда спросишь неверующих людей, спросишь, что вы думаете о браке? Я вас спрашивать не буду, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Но давайте зададим себе вопрос: что я понимаю в браке? Смысл, то, что я вышла замуж, смысл, что я женилась, какой смысл этого? Что на самом деле важность этого всего? И знаете, многие говорят: ну как, ну как... У нас в славянской церкви неприлично же говорить это слово. Проявление любви друг к другу. Кто-то скажет, ну, допустим, служение друг. Когда мне, я пришел домой, меня накормили хорошо, дали поесть, и такой борщали, еще чего-нибудь другого, да? Другой говорит: нет, ну, на самом деле за мной ухаживают. Она говорит: ну, мне дают карточку кредитную, я куда хочу, туда могу идти. И знаете, у каждого представление о браке может быть разное. Это на самом деле, когда я пользуюсь чем-то. На самом деле, я хотел бы порассуждать с вами, что Бог залаживает в этом. Что Бог залаживает назначение брака, что Бог залаживает, на самом деле, основной поинт этого всего, то, что происходит. Вот и поинт этого всего, знаете. И один из моментов, что почему мы обращаемся к Богу, потому что первым автором вообще этого есть Бог. Вы знаете это? Кто начинал все это делать, это Бог. Он увидел Адама, он понимал, что Адаму кто-то нужен, он дает ему Еву. И написано первое сочетание, что было, во-первых, Бог привел Еву. Потом, что было второе, Бог сочетал их. То, что мы будем благословлять, будет благословлять дедушки, будет благословлять мы, родители, это благословение, но сочитывает Бог. Хотел бы, чтобы вы это поняли. Автор брака является Бог. И вот Бог сегодня здесь, чтобы вас сочетать. И Бог что-то заложил какие-то поинты в то, чтобы я буду говорить о четырех вещах сегодня. Четыре основные вещи, которые Бог заложил в брак. Но первое место Писания хочу прочитать, это Бытие, 2 глава. 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца свою и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Что происходит? Это уже дополнил, этот стих дополнил Моисей. Что будет происходить? Оставит отца и мать. И что дальше будет? Читаю еще раз. «Потому оставит человек отца свою и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Оставит, прилепится и будут одна плоть. И есть этапы. Родители, слышите, да? Чтобы, допустим, Бог заложил, Бог хочет их сочетать. Бог хочет их благословить. Это Божий план, это Божья схема на бракосочетание, на семью их в частности.
Но чтобы они были прилепились, то есть первый этап, они должны отлепиться. Они должны не просто отлепиться, а должны оставить, Библия говорит. Потому если вы хотите, чтобы они были благословенны, то Библия говорит, они должны вас оставить. Это не значит оставить, что забыть ваш телефон, стереть его, знаете, делать, сделать в фонбуке. Нет, не для этого. Они должны на самом деле помнить вас, но что, в чем здесь вопрос, говорит Библия. Знаете, еврейские матеря еще были больше, чем украинские. Они на самом деле не хотели руководить и управлять всем. Одень ту шапку, сними шапку. Да, ну, они руководили всеми вопросами, которые возможны были. И Моисей понимал, что это важно. Он говорит, удачного брака не будет. Почему? Если вы что-то не сделаете, если они вас не оставят. Поэтому я хотел бы, чтобы вы помогли, на самом деле благословили их. У вас до этого времени, знаете, вы влаживали много в них, так или нет? Был момент родов. Роды были не самым... Допустим, вы вспоминаете, если даже я вспоминаю роды в Америке, знаете, все, сколько у меня было уже, считайте, 11 детей, каждый род, кроме одних, я вспоминаю, как они происходили. И все какие-то тяжелые, бывало даже, помню, одни роды были, что меня этот, врач меня жалел больше, чем жену, знаете, такие моменты бывают даже у нас в жизни. Но вы влаживали, что-то вы переживали, были моменты, когда вы приносили на молитву. И все эти моменты, когда вы можете сейчас вспоминать, сидя на своем месте, и оно как будто один день, так или нет? Ты вспоминаешь все, как будто совсем недавно было в роддоме, совсем недавно помолились за них, за этих детей. Проходит время, они принимают завет с Богом, и кажется, все, и вот они уже здесь. И все, что вот до этого вы могли с ними сделать, поймите, все вы сделали. Дальше уже вопрос, позвонят они к вам, скажут, мама, как там что-то сварить? То ты скажешь, они позвонят, то сори. Она уже будет там Наташу на Ютубе искать, или кого там они ищут, чтобы кто-то им рассказал рецепт, как там что правильно делать. Но я хотел бы, чтобы вы в этом не обижались. Знаете, я бывает смотрю, все, мы хотим надышаться в последние минуты. Знаете, мы спешим, мы хотим надышаться, ну, в последние минуты, хотим все сделать, но уже время бывает потеряно. Я говорю всегда себе, вот next time, до следующего ребенка у тебя есть point уже понимать, что ты можешь что-то сказать. Научить лучше готовить, научить баджик делать по финансам, все остальное. Но здесь вопрос, я хотел, чтобы вы просто помогли их и благословили их. На самом деле, ваша помощь будет в том, чтобы вы просто советники остались. Уже командовать вы не можете. Так где вы там, вас нету дома, я смотрю по локейшн, где вы находитесь, вас еще нет. Все, ваши полномочия на этом заканчиваются. На самом деле, я хотел, чтобы вы просто их благословляли. Подсказывать можете. Я тоже говорил с ними, наставлял их, что так же самое, даже если что-то вы будете говорить, чтобы ни другу не рассказывали. Есть моменты, на самом деле, когда, допустим, рассказали что-то, Сережа рассказал Элоне, да, она потом уже рассказала Якову, что-то неправильно. Знаете, Якову может быть огорчение. Я говорил, что американцы все открыты. Я говорю, старайтесь сохранить ваше семье. Если родители дают совет, они хотят вам помочь. А знаете, ну, бывает очень сложно. Бывает, родители настолько прессер делают. Я вспоминаю, когда я поженился, всегда не люблю, когда камеры снимают. Знаете, ну, еще мама посмотрит потом. Я помню, поженился, знаете, моя мама начинает мне оказывать прессер такой. Ну, ты должен, Алекс, ты должен вот так вот, это, смотри, то, знаете, такое, она, смотри, как она поступила, как она сделала, такой, начинает мне говорить. Я говорю, мама, вот тебе есть два варианта. Первый вариант, мы останемся с тобой друзьями, и будем видеться, будем приходить к тебе в гости, все будет отлично. Есть другой вариант. Я буду тебя видеть в церкви, говорить, сестра Тамара, как дела у вас там, мама, как все нормально или нет. Ну, давайте сохраним наши отношения, чтобы они были хорошие. Он говорит, Алекс, все понял, все нормально, мы остаемся с тобой хорошими. Мы друзья. И даже если честно, моя жена с моей мамой общается больше, чем я. Это хорошо. Почему? Она вовремя смогла сделать шаг назад. Поэтому я желаю вам благословения. Не должны отлепиться. Вы должны это просто понять. Оно сложно. Как бы это ребенок наш, но тем не менее мы должны это сделать. Поэтому, скажи, Бог благословил, чтобы они были счастливы, но нужно так поступить. Мы говорим, возвращаемся к назначению вас как брака. Что нам нужно? Что заложил Бог? Если Бог автор, что Он хочет? Все, что делает Бог, поймите, все, что делает Бог, Он делает для Своей славы. Мы читаем Бытие, 1 глава, написано вот такое место. «И создал Бог зверей земных, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающими по всей земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Что сделал Бог? Бог сотворил Адама и Еву по образу и по своему подобию. Что Бог хочет от нас? Первое, что Бог хочет в браке, чтобы мы его прославили. Мы его образ, мы его подобие, мы должны его прославить, мы должны перенести в брак его образ. Когда Моисей был на горе Синай, помните, что он сделал?
Он поднимается на гору Синай, пообщавшись с Богом, написано, когда он спустился с горы Синай, его лицо сияло. Настолько сияло, что даже ему пришлось покрывать полотенце. Покрываться покрывалом, почему? Потому что настолько людям было тяжело смотреть. О чем я говорю? Вокруг вас есть люди. И вот Бог заложил в браке основная мысль, он хотел спасать людей вокруг вас. За вами наблюдать будут все. Сейчас наблюдают, вот смотрите, наблюдают за вами все люди, которые здесь гости. Наблюдают за вас, смотрят за вами. А так, когда вы поженитесь, будут наблюдать люди так же само. Будете в мол, будут смотреть люди на вас. На какой-то паре придете, люди будут смотреть на вас. Вы будут наблюдать за вами. И вот вопрос, что они вас увидят? Увидят они образ Божий или нет? Бог хочет, чтобы вы были, светили Его светом. Как, чтобы светить Его светом, нужно иметь с Ним общение. Аминь. И вот основная цель брака, братья и сестры, хочу, чтобы мы понимали, что вокруг нас люди наблюдают, и мы должны светить светом чем? Образом Божьим. Бывает, мы думаем, что за нами никто не наблюдает, но наблюдает. Я вспоминаю, мы были как-то в Закарпатье, ехали из Закарпатья в Киев. Мы были на миссии, едем в Закарпатье в Киев, и знаете, в поезде мы, как братья, американцы все громко разговариваем, мы обсуждаем всю поездку. Как в Закарпатье было, как нас встречали, как нас провожали. Все такие беседы, общение происходит. И знаете, что интересно? Пока мы так общались, в это время с соседнего купе слышим голос такой. «Верующие, вам осуждать нельзя!» Мы такие не поняли, откуда этот звук такой вообще такой. А мы еще, знаете, у нас и гитара, и общение такое, когда Славик Бабак бы ехал, мы ехали, все-таки общаемся. И снова голова такая вытаскивается, пьяная голова такая, человек там все пьет. Но с верующими имеет дело. И тот говорит, вам осуждать нельзя. Я говорю, мы вообще не осуждаем, а рассуждаем. О чем я говорю? Бывают в нашей жизни моменты, когда мы не думаем, что нас никто не видит. Но что Бог заложил в брак? Чтобы люди вокруг нас, они видели на самом деле образ Христа. Чтобы Бог изменил нашу жизнь, чтобы они приближались к Богу. Вот если люди увидят вашу жизнь, скажут, смотри, Яков какой, на самом деле верующий человек. А почему он такой? Что-то в нем не такое. Яков, что с тобой? Я служу Богу, я люблю Бога. Они видят ваши дела, ваши отношения друг с другом. Они захотят идти к Богу. Поэтому основной поинт – это проявить славу Божию, показать Его образ, чтобы Бог помог и благословил вас. Следующее, что Бог хочет еще от брака – это завет. Библия говорит, что это завет между молодыми. Между вами сегодня завет и соглашение, которое происходит. Знаете это или нет? Что такое завет? Это обещание или такое, которое вы подписываете друг с другом. Допустим, если мы покупаем дом, мы подписываем какой-то или кредит, да, что мы делаем? Ставим подпись, и мы согласны его исполнить. У вас сегодня завет, вы заключаете между собой завет. Это завет такой, который уже не поддается никакому разводу. Вы знаете это, не? Это раз и навсегда. Вы не боитесь? Будут ли конфликты? Будут. Мы с вами уже проходили целую тему конфликтов. Будут конфликты? Будут. Будут непонимания? Будут. Но я всегда говорю так, если в палец залезла заноза, то мы палец не отрезаем, так или нет? Сегодня американская, знаете, система такая, что-то мне не понравилось, я прихожу в магазин, сдаю, мне это не подходит. Меня раз мама уговорила, даже матрас целый год попользовали, потом привезти сдавать его, знаете. Я уже и краснел, и бледнел, но ради мамы уже сдавал. Бывает, в Америке привыкли все что-то сдавать, знаете, что не нравится, даже бывает, платье одели, посмотрели, померили, потом уже сходил, куда его второй раз одену, и пошла сдала. Но не об этом сегодня, но сама система, что мы хотим поменять что-то. Поэтому я хотел, чтобы вы понимали, что вы заключаете завет сегодня, это раз и навсегда. Это завет верности, это завет любви. Вы согласны быть вместе до конца? Любить, быть верными. В жизни будет все. В жизни не только она будет красивой улыбаться, в жизни она может быть после такой, знаешь, в положении, в беременности, может покричать на тебя, а ты должен продолжать любить. Он пришел без настроения домой, ты должна быть любить его дальше. Это жизнь. И на самом деле, это завет, который вы заключаете. Матфея мы читаем, был момент, когда некогда к Христу пришли фарисеи и искушали его. Говорит, можно ли разводиться? Христос спрашивает. Он сказал, нет. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Я хотел, чтобы вы понимали, это завет, который вы заключаете. Но завет не только между вами, раз и навсегда. С вами заключает завет Бог. И когда заключает с вами завет Бог, Бог заложил это в брак, Бог заключает с вами завет, что Он говорит? Если вы будете меня бояться, я помните, вам на заручине говорил, Псалом 126, 127, если вы будете любить Бога, будете бояться Бога, то Бог говорит, благословлю вас и детьми, благословлю вас экономически, благословлю вас и миром, и взаимоотношениями, и пониманием, Бог со своей стороны говорит, благословлю вас. И вот люди вокруг вас увидят благословение. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы понимали, первое, что Бог хочет от церкви, от брака, чтобы мы своими делами прославили его. Второе,
Бог хочет в браке то, что это Он заключает с нами завет. И все люди вокруг могли увидеть, что на самом деле с нами заключил завет Бог. Поймите, заключает завет Бог. Если мы Ему верны, верно Ему служим, любим Ему, поклоняемся Ему, то Он со своей стороны обещал нам, что Он будет верный. Аллилуйя Ему. Бог обещал, что нас не оставит и нас не покинет. Я вспоминаю, один момент был. Один черный брат, это было в Киеве, учился в университете с Африки, и, знаете, ему понравилась одна украинка белая. Я не знаю, сестры, пошли бы вы за черного или нет. Но я не спрашивал вас. Вы такие серьезные. И представьте, предлагает брат черный. И нам бы, как служителям, пришлось бы, мы, знаете, решать вопрос, давать брак или нет. И братья отговаривают: ну, сестричка, ну, иди ищи себе белого. Ну, зачем тебе этого черного соглашаться с ним? Она говорит: не, я его люблю, я хочу быть с ним. Ну, и все, они договорились. Он учился на дентал-врача, такой все, как бы, образованный человек, фьючер, может быть, был богатый. И, знаете, вся такая обстановка встает у них, и, допустим, все они решают, будут вместе. И его у него было, как раз он заканчивал университет, уже к нему приходит: мы приглашаем тебя в Германию, этому черному брату. Будешь у нас работать в Германии, мы даем клинику, открываем, ты будешь там счастлив, и тебе хорошо, с женой твоей будет нормально. И, знаете, проходит время, уже все, они довольны, собираются в Германию, приходят на молитву, а тут Бог наполняется судом. Сестричку старенькую, она приходит к нему, идет к нему. Говорит: сын мой, и вот куда запланировал ехать, не поедешь. А поедешь туда, откуда ты приехал. И благословлю тебя и устрою. И вот он стоит: Господи, что это такое? Представьте, вы настроили планы. Представьте, все у вас решено в жизни. У вас планы расписаны до такой степени, что вы едете в Германию. Но Германия же лучше, чем Африка, сестры. А вот тут решение, он на самом деле решал, составил планы, как он будет жить, как все будет прекрасно. И жена довольна, рассчитывала на Африку, когда замуж выходила, а тут в Германию едет. И знаете, в одно мгновение все рухнуло. И они начинают нуждаться в Боге: Боже, на самом деле это Твой голос, Ты сказал мне, Бог говорит: да, это мой месяц, это мое слово. И вот приходит момент их молитвы, они за них молятся, чтобы, допустим, сказать: вам сейчас нужно уезжать в Африку. И вот за них благословляет их, молится, чтобы отпускать их в Африку. И в это время старушку Бог снова наполняет, и она снова идет. Говорит: ты черный брат, у меня сердце дрожать начало. Что в этот раз, Господи? И вот она подходит и говорит: сын мой, и придет время в твоей жизни, когда будет очень трудно, когда будет очень тяжело. Но я хочу, чтобы... И ты скажешь: есть ли Бог? Я хочу, чтобы ты вспомнил, что я есть, тот, который тебе помогает. Пришло время, он приехал в Африку. Он говорит: Господи, ну я не понимаю этого пророчества. Я знаю, что я исполнен крещенный Святым Духом. Я проповедник, я люблю тебя. И как это может быть, что я задал вопрос: есть ли Бог? Я не знаю, Господи, как это возможно. И знаете, приходит время, он приезжает уже в Африку. Приходят они в Африку туда, знаешь. Приезжают, у него воруют документы. Документов не стало, денег не стало. И вот они с женой их поместили, какой-то братьев, сестер, такой домик. И вот они в том домике. Возобновить документы не могут. Уже пишут на Крым, что помогли, ничего сделать не могут, просто горе, что поступать дальше. И знаете, он выходит ночью, просто выходит на улицу, звездное небо, он смотрит на небо и думает себе: Господи, есть ли ты? Боже, есть ли ты на самом деле? И когда я это сказал, в этот момент я сразу вспомнил. Вспомнил ту бабушку, которая шла ко мне, и которая просто шла и говорила: в тот момент вспомни, что я есть. Я как бы хочу тебе сказать, Бог заключает с вами завет, поймите это. Не только вы между друг другом. Сегодня, в этот день, Бог автор брака. Бог сочитывает, Бог написано свидетель между ваших отношений. Что Он делает сегодня? Он просто вас будет сочитывать. Он говорит: я обещаю тебе, Яков, что я благословлю тебя. Я обещаю, Луна, что я проведу тебя по жизни. Если вам будет очень сложно, я хотел, чтобы вы помнили, что это завет. Это не просто, это соглашение, что Бог, царь царей, настолько любит вас, что Он вам заключает с вами завет. И Он скажет, что Он вас не оставит. Он вас проведет. Когда вспомнят, многие здесь вспомнят те многодетные семьи, которые были на Украине. И когда многие на наши семьи смотрели, соседи говорили, что куда вы нищету плодите, так или нет? Многие ваши родители слышали это, что с них будет. Но знаете, проходило время, дети вырастали, то знаете, говорили: на самом деле с вами Бог. Вы и одеты, и обуты, и благословенны, и даже в Америку уехали. Так или нет? Почему? Бог верен своему завету, поймите это. Если мы верный завет свой исполняем, если мы любим Бога, боимся Бога, то Бог со своей стороны верный своему завету. И люди вокруг, слышите, да? Люди видят этот завет с Богом, что мы на самом деле благословены. Вот что заложил Бог в брак. Не только прославить его своими делами, но на самом деле, что Бог говорит: когда вы будете со мной, все люди будут вокруг видеть, что я в браке заложил благословение для вас. И они захотят: мы хотим к тому Богу идти.
Яков, как ты, почему ты такой благословенный человек? Почему у тебя со всех сторон одно благословение? А ты скажешь, я служу своему Богу. Бог верен, верен завете. Это очень важно. Третье, что очень важно, что Бог заложил в браке, это вопрос восполнять нужды друг друга. То вы скажете, все о духовном, о духовном. Ну, когда ты уже на землю придешь, да? Все-таки в браке что-то же должно быть, кроме духовного. Да, на самом деле, братья и сестры, Бог заложил в брак что-то другое, что мы восполняем нужды друг друга. На самом деле, это необходимо. Что необходимо? Знаете, проблема одиночества. Я вспоминаю, когда я женился, ну, кто-то говорит, мы женимся, потому что у нас плоть начала воевать. Я говорю, один из моментов очень многих из нас, мы женимся, когда мы дома чувствуем себя одинокими. Когда вроде бы родители все есть, любят, все влаживают, но ты внутри чувствуешь, что тебе кого-то не достает. Когда Бог пришел, посмотрел на Адама, что он ему сказал? Нехорошо быть одному. Бог увидел что-то у Адама, что ему одному было неплохо, что ему кого-то не доставало. В моей жизни было то же самое. Пришел момент, когда мне одному было очень сложно. Я начал молиться, Боже, кто она? И знаете, я говорю, пришел в день твоей жизни, когда ты сказал, вот она, плоть от плоти моей, кость от кости моей, да? Ты сказал, то точно это она, которую Бог определил. И поэтому, братья и сестры, я хотел, чтобы мы понимали, что мы восполняем нужды друг друга. Одна из основных нужд человека – это одиночество. Я когда проверял статистику, знаете, что интересно? Человек, который в одиночестве находится, чтобы это было вам более сравнить для вашего здоровья, это то же самое, что вы выкурите 15 сигарет в один день. Человек, который чувствует себя в депрессии, одиноким, это то же самое, что выкурить 15 сигарет. На здоровье влияет одинаково. Это то же самое, что сегодня вести неподвижный образ жизни. Просто сесть на компьютер, знаете, и вот просто на компьютере сидеть целый день и вставать. Для здоровья это то же самое, что одиночество. Представьте, и вот что делает Бог? Бог заложил в брак, чтобы восполнять нужды друг друга, чтобы вы не были одиноки. Что нужно для мужчины? Для мужчины нужно уважение. Для мужчины необходимо, чтобы его уважали, чтобы его не унижали, не критиковали его, чтобы его поддерживали. И это уважение. Что нужно для Илоны? Она должна быть, на самом деле, она должна быть чувствовать защищенность, уверенность в тебе. Чтобы она могла ложиться спокойно спать и понимала, ее сердце уверено в тебе. Поэтому в вашей семье нужно это восполнить ее нужду. Что на самом деле в этом было благословение. Если сидит одна пара, знаете, она мне сильно нравится. Я не хотел имя назвать, я думал, их не будет, но они здесь сидят в зале. То знаете, что мне в их семье нравится? Они восполняют нужды друг друга. В чем? Ей нравится, его жене нравится, ей нравится служить в воскресной школе, ей нравится помогать, работать с детьми. И знаете, что делает муж? Муж ее благословляет в этом вопросе. Он может сидеть с детьми на собрании, она может ехать и трудиться, она может восполнять то, что ей нравится в этом. Знаете, моей жене нравится отправлять посылки. И не всегда мне это нравится, честно. Бывает, охота ложится спать, она зашла в гараж, ему уже 3-4 часа, она перебирает посылки, туда что-то кидает, туда вещи, она живет этим, знаете, но мне радостно из-за того, что я вижу, это восполняет свою нужду, ее сердце на самом деле от этого радуется и ликует. Знаете, возвращаясь к той же семье, жена занимается воскресной школой, а знаете, что муж любит делать? Муж любит поехать на рыбалку. Просто поехать порыбачить, и что делает жена? Она восполняет нужды. Она говорит, да я согласна побыть с детьми, я тебя благословляю, она с радостью его отпускает. Она не кидается, я тебя не пущу на ту лодку, нет. Она на самом деле благословляет его. Поэтому я хотел, чтобы вы понимали, что семья – это восполнение нужд друга. Что вы восполняете нужды друга, это благословение. Это то, что Бог заложил в семью. Когда вы на самом деле служите друг другу, знаешь, она приготовила кушать, а когда-то не может, ты приготовил и кофе принес, знаешь. Я своей жене обещаю кофе, она никогда не хочет утром. Она говорит, дай мне поспать спокойно, кофе не надо. Ну что-то сделай, что-то послужите, понимаешь, это на самом деле благословение. Когда ты можешь послужить друг другу, это то, что Бог заложил в брак. И четвертое, что важно для семьи, брак Бог заложил для того, чтобы мы духовно возрастали в семье. Братья, так или нет, сестры? София, как ты думаешь? Чтобы мы возрастали духовно. Каждый из нас. Знаете, когда мы не замужем и не женаты, что мы делаем? Сестры, что вы делаете, когда вас родители наставляют? Знаете, мы говорим, папа, мама, сори, я уже спешу. У меня же столько времени, но мне еще туда нужно бежать. Подожди, ну давай продолжим потом. Когда у нас на работе проблемы сильно нас застесняют, что мы приходим, говорим, папа, я, наверное, буду увольняться. Мама, потому что там невыносимо.
из духа ко мне христианку жмут, почему проблемы начались? И поэтому мы убегаем, да? Если в церкви с кем-то мы здороваться не хотим, что мы делаем во время благодати или во время нужд, мы вышли из церкви и ушли. Мы избегаем конфликта, мы избегаем проблем. Но знаешь, я вас поздравляю с тем, что вы друг друга уже никуда не убежите. Вот семейная жизнь начнется так, что вы будете уже вместе. Вот придется вместе уже смотреть друг на друга, знаете, вот смотреть, как-то и общаться. И поэтому семья делает так, что мы становимся лучше, мы возрастаем, мы становимся на самом деле лучше. Почему? Подсказываем друг другу. Но я бы хотел, чтобы вы поставили вопрос не критики, что я буду критиковать друга, нет. Но она мне помогает войти в небо. Представь, Бог послал тебе Илону, что ты вошел в небо. Илона, тебе послал Бог Иакова, знаешь для чего? Что ты вошла в небо. Аминь. И вот здесь вопрос, если, братья и сестры, если мы будем вопрос смотреть так, не вопрос критики, не вопрос осуждения, а мы смотрим вопрос, на самом деле, мой муж готовит подсказывать мне, чтобы я вошла в небо, даже договориться. Давай договоримся сегодня, о чем? Договоримся о том, что мы будем подсказывать друг другу, на самом деле, говорить искренне в любви, что ты сделала что-то неправильно, ты наговорила что-то неправильно, а ты здесь сказал ненужное, знаешь, а ты еще что-то поступил, а здесь надо было промолчать. Как-то у нас был в одной церкви, один еще пример. В одной церкви был вопрос рукоположения одного брата. Его тоже были рукоположения на служение. И знаете, братья все собрались и говорят, ну у него есть недостатки. Ну, допустим, хвастается много. Допустим, может таких вопросов обмануть где-то, где ему нужно. И как это сделать? И вот собрали его с женой, поговорили с ними. Вот есть недостаток у него. Поработайте над тем, чтобы это изменить недостаток. И знаете, прошло несколько лет, его рукополагают на служение, все говорят, слава Богу, хороший брат, а все служители говорят, хорошая сестра. Почему? Сестра смогла за то время научить его не обманывать, научила его не хвастаться. Почему? Все стало по-другому. Жена на самом деле может изменить мужа, сделать его лучшим. Лона, слышишь, да? Ты можешь его сделать намного лучшим. Так же самое он тебя может сделать лучше. Я бы хотел на самом деле, чтобы вы посмотрели на брак, на самом деле, чтобы вы могли расцвести в браке. Не просто я глава семейства, я сказал, что должно быть. Нет, что-то по-другому. Бог заложил в брак единство и взаимопонимание. Бог заложил любовь. Четыре вещи. Четыре вещи, о которых я говорил сегодня, мы будем с вами молиться. Первое, что Бог хочет в семье, это на самом деле, чтобы мы его прославили, чтобы люди вокруг, смотря на наши дела, мы отражали его любовь, отражали его в наших взаимоотношениях. Второе, Бог говорит о завете. Бог заключил завет с тобой, с вами. И Бог хочет, чтобы тот завет, вы были верны, и Он будет верен. И Он будет вас благословлять. Бог просто обильно хочет вас благословлять. Я верю в то, что Бог сегодня здесь. Я верю в то, что Бог хочет сочетать вас. И Он говорит, я хочу вас благословить, я буду благословлять всю вашу жизнь. Но что, ну вы будете со своей стороны верны, и люди будут видеть вокруг. Третье, даже восполнять нужды друг друга. На самом деле, помогать другу, служить другу, это то, что Бог призвал, как в семье. И четвертое, это очень важный вопрос, на самом деле, что вы готовите друга, помогаете войти в небо. Пускай Бог благословит каждого из нас, сидящего на этом месте. Цель брака в этом. Бывает, сегодня мирские люди сводят к каким-то сексуальным отношениям все, но Бог заложил намного больше для них. Оно нужно, но в третьем пункте восполнять нужды друг друга, но оно не первое. Аминь. Я хотел, чтобы каждого благословил Бог вас, особенно молодых. Я хотел, чтобы вы понимали, что фундамент семейной жизни – это Бог. От Него приходят все благословения, приходит мир. И мое желание, чтобы вы были счастливы. Я думаю, родители так же самое. Вы хотите, чтобы они были счастливы в Боге. Чтобы на самом деле через их жизнь отражался Бог. Чтобы Бог был верным в своем завете, а не в своем. Завет – это исполнение двух сторон. Одной стороны и другой. И когда будете верны вы, Бог будет верен тоже. Я хотел, чтобы мы сейчас могли помолиться за них. Просто от всего сердца. И, Господи, благослови этих молодых. Чтобы они были счастливы в Тебе. Сейчас будут молиться родители. Родители жениха, родители невесты, чтобы вы благословили то, что на вашем сердце. Потом помолятся молодые, потом уже служителя, дедушка еще будет молиться тоже. Помолимся в конце, брат Павел, помолимся за вас в конце. За вас будет сегодня очень много молитв, молитвы благословения. Но я хотел, чтобы вы понимали, что сочитывает Бог. Я хотел, чтобы вы просто понимали, что здесь стоит царь царей, которому вы не безразличны, который просто вас любит. Главное, тебя Бог послал ему. И Он хочет благословить дальше. Он автор всего. Поэтому, братья и сестры, давайте встанем на наши ноги и будем молиться. Отец, Господь, аллилуйя, мы как церковь, мы пред Тобой, Отец.
Мы просто их благословляем Твоим именем. Мы хотим, чтобы они были счастливы в Тебе, Отец. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Отец. Кроманы готул вайден. Аллилуйя, кроманы готул бады калабады гесен. Романы готур вайда, ламаны готур вады калабады гесен. Ты Бог, который сочитываешь, Боже. Ты Бог, который все устрояешь и помогаешь, Боже. Ты помог до этого места. Благослови их дальше. Аллилуйя, аллилуйя. Романы готул вайда, романы готур бады калабады гесен. Готул виден. Аллилуйя, Боже, благослови, благослови их, Отец. Романы гесен, возложи Твои руки на них, Господь. И вот они помазаны и благословены Тобой, Отец. Аллилуйя. Величай, прославляй имя Твое, Святой Господь. Ты великий, Ты чудный, Ты всемогущий, Господь и Бог наш, Господи. Господи, было время, Господи, как Ты нам подарил Илоночку, Господь. Мы радовались, но настал день, Господи, когда нас оставляет, Боже. Немножко тяжело, Господи, Ты знаешь сердце мое, Господь. Я от всей души благословляю ее, Господь, благослови. Благослови потоками, Господь, небесными, земными, Господи. Что она никогда не имела, Господь, никакой нужды, Господи. Благослови ее во всем, Боже. Что она была мудра, Господи, что она устояла свой дом, Боже. Благослови ее, Господь, Боже. Благослови такого спутника жизни, который Ты подарил для нее, Господь, Якова, Боже. Мы его принимаем всей души, Господи, и любим его, Господь. Благослови их, Господь. Когда Ты пошлем деток, Господи, что они были все здоровенькие, Господи, полноценные, Господь. Благослови их, Иисус, Боже. Я благословляю, Господь. Боже, благослови Твоим небесным, Господь. Дай нам всегда быть примером и светом, Господи. Дай нам, Господь, всегда, Господь, быть отжившим им, Боже. Благослови, Господь, Боже. Благодарю Тебя за друзей. Благодарю за погоду, Господь, которую Ты послал сегодня, Боже. За все прими благодарение, честь, поклонение Тебе, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Слава Тебе, Фереверегайдереверештаузенаминфеременегейде. Радуется сердце мое, Господи, проснувшись сегодня с утра. Посмотрел через окно на улицу и увидел прекрасную погоду. Возрадовалось сердце мое, потому что Ты слышишь молитву. Слава Тебе, Боже. Сегодня, Господи Боже, мы просим благословения для нашей дочери, для нашего зятя Якова. Господи, любящий Творец, кажется, так недавно мы их приносили на руках молитвы, когда она только родилась. А сейчас мы просим благословения, Господи Боже, на ее обоюдную жизнь. Господи, благослови ее благословением неба от верхних, от нижних потоков. Боже, благослови, Господи Боже, ихнюю жизнь. Будь всегда их впереди. И когда настанут трудные моменты, Господи, благослови. Благослови, Господи, когда они будут взывать, услышь ихнюю молитву, Дух Святой, Господи Боже, благослови ихнюю семью, благослови ихнюю жизнь, Господи, если Ты дашь деточек, благослови, чтобы они все рождались здоровые, полноценные, чтобы они, Господи Боже, били, Господи, благословением, Господи, я благодарю Тебя, Господи Боже, за родство, за друзей, что мы все собрались, Господи Боже, и мы можем, Господи Боже, вместе радоваться и славить Тебя. Слава Тебе, Дух Святой Боже. Слава Тебе за все, хвала, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа пристала пред Твоим Святым Величием. Благодарю и славлю Твое Святое имя, что Ты помог до сего часа и до сего места. Благодарю Тебя, Господи, за цей день, который Ты сотворил, Господи. Слава Тебе, честь Тебе, поклонение святому, вечно живому Богу. Благодарю, Господи Боже, за погоду, которую Ты дал сегодняшним днем. Благодарю за всех друзей, которых собрал, Господи, на цей место. Благодарю, что каждого Ты хранил, Господи. Слава Тебе, благодарность. Благодарю, Господи, за нашего сыночка Якова.
і за Ілоночку, яку ти даруєш йому, Господи Боже. Благодарю і славлю Твоє ім'я, Господи Боже. Прошу благослови їх, Господи, Твоїми благословеннями свише. Пусть їх на жизнь протікає, Господи Боже, з Тобою. Пусть вони завжди Тебе бачать, Господи, впереди себе. Во ім'я Ісуса Христа прошу, молю, пусть мир Твой Божественний, який превыше всякого ума, соблюдет їхні серця і помишлення во Христі Ісусі. Дай їм обоюдну любов. Дай, щоб вони доповняли друг друга в житті, Господи. Щоб вони завжди починали з Тобою. Господи Ісус, прошу Тебе, щоб страх Господень пребував в їхніх серцях, щоб вони іскали прежде Царствия Божої правди. Остальное Ти сказав, що все приложиться їм, Господи. Пусть обетования, які принадлежать нам і дітям нашим, ісполняться в їхній житті, Господи. Умоляю, прошу Твоє благословення, Боже, благослови їхну життя, благослови Ісус. Я їх благословляю іменем Господа Ісуса Христа. Благослови, Господи Боже. Я знаю, що в житті їх не будуть трудності, Боже, щоб вони все рішали з Тобою, Господи. Благослови їх, Господи, коли Ти даруєш їм діточок, пусть вони родяться здорові, благословені Тобою. Пусть їх на землі буде благословена Тобою, Господь мій Бог. Благослови наших сватів, Боже, брата Сережу і сестру Люду. Благослови їхну сім'ю во ім'я Ісуса Христа. Ти, Господи Боже, наш соєдинив, поможи нам завжди у мирі, в любві, в согласі, бед Боже. Прошу Тебе, молю, благослови теж нашу сім'ю, Боже. Всіх діток, які Ти нам дав, Боже. Пусть вони будуть благословенням, Господи Боже. Благослови, Боже. Прошу Тебе, благослови Якова, Господи. Ти даєш йому, Господи, сьогодні. Велике, Господи, поручення, священником бути його сім'ї. Ісповни його Духа Святого. Ісповни його мудрості, Господи, бо слово його. Твоє буде його в устах, його житті, Господи. Щоб він завжди руководствувався Твоїм словом. Поможи Ілоночці бути мудрою, жіною устрояючою дома. Во ім'я Ісуса Христа, я їх передаю в руки Твої отцовські. Я знаю, що із Твоїх рук ніхто не погине. Доведи їх до Царства Небесного місця, Господи Боже Ісусе. Поможи нам радуватися їхньою життю. У ім'я Ісуса Христа я призиваю. Тобі вся слава, тобі честь, тобі поклоніння. У ім'я Ісуса Христа, Отець, Син, Дух Святой. Амінь. Отець живих, Отець вічності, голос мой восстал к Тебе. Призвать Тебя, чтобы Ты нас услышал в этот день, особенный день. День расставания и день. Благодарю Тебя за этот прекрасный день, за гостей, которые посетили радость нашу. Благодарю Тебя. Благодарю, что Ты дал нам пройти этот путь, вырастить сына, который нашел свою дорогу в жизни и готов к ней идти. Конечно, будет нелегко, будет трудно, но мы знаем, кто нас держит, поддерживает, кто не оставит, и не позволит непосильному, а даст по силе. И благодарим Тебя за все, за день, за радость. Благослови сына, благослови в этот нелегкий путь. Будут и радости посещать разное в жизни, но Ты будь с ними, дай мудрость,
Дай им понимать друг друга, поддерживать друг друга. Благослови сына и дочь. Ты пополнил нашу семью. Пусть она будет благословена. Пусть найдут тот источник и протоптают туда дорогу, выстроят ее, идут к ней и питаются там. Чтобы у них был один Бог, не было разногласий, чтобы они жили дружно, мирно, понимали друг друга, поддерживали. Помоги им. Мы отдаем в Твои руки. Мы будем рядом. Мы всегда будем рядом. И Ты нам поможешь вовремя вступать, где им надо поддержать, где помочь, где дашь нам мудрости во всем, поступать благоразумно. Благослови их. Я как отец. Услышь мою жену, как мать. Мы благословляем сына и дочь. Теперь она наша дочь. Теперь она наша, и мы будем всегда с ними и помогать им во всем, по возможности, по силе. Если будет трудно, помоги им. Если будет недостаток, дополни им. Помоги им во всем. Это только начало, чтобы они просто смогли дальше идти и с уверенностью, надеясь на Тебя. Спасибо Тебе за все. За все, что Ты нам сделал. Ты знаешь, как Он прошел это все. И Он будет верным Тебе. Дай Ему силы, чтобы Он всегда был с Тобой. Спасибо Тебе за все. Тебе слава и благодарение. У Тебя истина. И мы к Тебе обращаемся, только к Тебе. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Дорогой Иисус, я сердечно благодарна Тебе за этот прекрасный день, что Ты мне подарил, Господи Иисус. Ты всегда слышал мои молитвы, Господи Иисус, во всем помогал мне, Иисус. Я так сильно благодарна, Господи, что Ты мне подарил Якова, Господи Иисус. Я благодарна, Господи, за моих родителей, что они мне всегда помогали во всем, любили, Господи Иисус, и растили, Господи Иисус. Я также, Господи Иисус, благодарна за моих новых родителей, Иисус. Дай мне, Господи, силы, Господи, мудрости, Иисус, быть доброй женой к Якову, Господи Иисус. Дай мне, Господи Иисус, всегда, что я любила Якова, Господи Иисус, что наша любовь, Господи, всегда растила, Господи Иисус, что в трудности их радости, Господи Иисус, что мы всегда на Тебя уповали, Господи Иисус, что Ты всегда был номер один в нашей новой семье, Господи Иисус. Если Ты будешь дарить нам, Господи, деточки, Господи Иисус, благослови их, Господи, что они были здоровы, Господи, полноценные, Господи Иисус. Благослови, Господи, остальной день, Господи, служение, Господи Иисус, и походу, Господи Иисус, за вечную славу. Аминь. Dear Father in heaven, I thank you for this wonderful day, Lord Jesus, for blessing us with an amazing day, Lord. I thank you for all the guests, all the friends, and all the family that came here today to celebrate this unity in one. Lord Jesus, thank you for this, for the guidance. I thank you for my parents, Lord Father God. I thank you I thank you, Lord, for them, Lord Jesus, for raising me, Lord Father God, for raising me right, Lord Father God, serving you, Lord Jesus, only you, Lord Jesus. I thank you for them for teaching me all the right ways to live life. Have a good and clean conscience, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus. I thank you, Lord, for this wonderful bride, this beautiful bride before me, Lord Jesus. I thank you, Lord, so much, Lord. She's a true blessing in my life, Lord.
I thank you for her wonderful parents, Lord Father God, for raising her up as a Christian woman, Lord Father. For their love, Lord Jesus. For welcoming me into their family, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus. I thank you for the minister, Lord Father God, that has blessed us, Lord. I thank you, Lord Jesus. I ask you for blessing, Lord Jesus, for me, for Ilona, Lord Jesus. I ask you to bless our home, Lord Jesus. When we come together, Lord Jesus, let your spirit, let your Holy Spirit be with us. Let it fill us, Lord Jesus. Let it be our foundation in our home, Lord Jesus. Bless me to be strong, Lord Jesus. Let me be wise, Lord Father God. Let me follow your path. Let me be a good husband, Lord Father God. Let me be loving and always caring and always right, Lord Jesus, before you, Lord Jesus. I ask you to bless our future, Lord Jesus. I ask you to bless Ilona as my wife, Lord Jesus. When we have children, Lord Jesus, I ask you to bless them, Lord Jesus. I ask you to give us strength, give us wisdom, Lord Jesus, to raise our kids, Lord Father God, as our parents have raised us, Lord Jesus. Let them know who the true king of all kings are, the Lord of all, God Almighty. Slava tebi, Gospod, hallelujah. Bless the rest of the day, Lord, Father God. I thank you, Lord. In your name I pray, amen. Таких родителей, что помолился дедушка. Дедушка, брат Саша, пожалуйста, это наш пастор церкви, мы помним его, чтобы благословил его сердце, потом брат Павел еще, он сосчитывал наших родителей. Братья и сестры, и слава нашему Господу. Слава. Вы, может, подумаете, что этот старичок сюда вышел. Это моя внучка Илона, и уже я у мой внук. Слава Богу. Слава Богу. Наш род Бабаковский умножается. Очень уже у нас много внуков. У меня 4 сына, 5 дочерей. И у нашего самого старшего сына очень большая семья, 13 детей. И все благословенные одна за другой идут замуж, уже и сын женился, и мы их благословляем. Я желаю поблагословить их как дедушка
і як пастир, служитель був у цій церкві 20 років, а тепер я в другій церкві, теж там служителем, і я желаю їх благословити. Подержи. Господи Боже, я благословляю свою внучку Ілону і благословляю внучка свого Якова, Ісус, я дуже благодарний, що вони християни. Ти наш род умножаєш, Господи, я їх благословляю благословенням неба. Ісус, щоб ми, Господи, жили прекрасно. Першої очі, щоб ми любили Тебя, а остальное Ти будеш прилагати. Все будеш давати. Храни їх від болезні, храни їх від смертності, храни від землі, храни, Господи Боже, щоб вони не були особливо прилеплені к ній. Ісус, а вони ж завжди уповали на Тебя, тому що Ти Бог благословляєш, Господи. Я знаю, що Ти їх благословиш, вже благословив, тому що, Господи, наші серця радуються, що Ти є Бог добрий, пастир, який Ти полюбив нас любов'ю вечною, і моїх дітей полюбив, і внуку полюбив, і ми будемо молитися постійно за них, і будемо совершати молитві, щоб вони були живі, здорові, і служили Тебе, і прославляли вечного Бога Ісуса Христа. Ми їх, Господи, я їх благословив, оставляю, щоб вони були, Господи, щасливі, щоб вони імели, Господи Боже, успіх у всякому ділі, і перші очі, щоб вони не забивали Тебя, совершали, Господи Боже, молитви, Господи, любили друг друга, о Ісус, тому що Ти їх соединив, Господи Боже, як брат Олексій сказав, навсегда, а волочі, хрилам мене гейтера мене готен, Син Божий, я знаю, що Ту я є присутствуй на этом месте, потому что слышно Твое благословение. У Тебя очень много благословения для них. И, Господи Боже, мы верим и будем добираться в Твои святые руки, потому что Ты нас избрал для себя, мы Твои дети, Ты искупил нас другой ценой крови. Господи, слава Тебе! Пусть Тебе в небо будет хвала, честь Отец и Дух Святой. Аминь. Брат Павел сочитывал уже родителей, жениха и невесты. Он сочитывал их сейчас. Я попросил о них родителей, хотя бы он тоже благословил. Павел, пожалуйста. Боже наш, мы сегодня свидетели того, что образовалась новая христианская семья. И они сегодня преклонились пред Тобой, эту молодая чета. Они сегодня нуждаются в том, дабы Ты сочетал их и благословил своим благословением. Боже мой, я сегодня как служитель Твой, Боже мой, я призываю имя Твое на эту молодую чету. Ты сказал, чего будете просить во имя Мое, то получите. И я сегодня призываю Твое благословение во имя Иисуса Христа, дабы Ты благословил их, Боже мой, Твоим благословением, потому что они вступают сегодня в новую жизнь, ту, которую они еще не знают, и они сегодня так нуждаются в Тебе, дабы Ты провел их. Потому что мы живем, и они понимают, что сегодня очень трудное время. И они не знают, и мы не знаем, что ожидает нас завтрашний день. Но мы предаем все в руки Твои, Боже мой. И я прошу Тебя, благослови, Господи, во всех путях им. Укажи им, как нам им нужно поступать, как им нужно жить, чтобы они остались верными Тебе и не уклонились от истины Твоей во все дни своей жизни. Были верны Тебе и верны друг другу. Боже мой, я отдаю их в руки Твои. Ты благослови их, Боже мой, и устрой их все так, как хочешь Ты в их жизни. Может быть, даже, Господи, Боже мой, мы часто не понимаем того, что Ты хочешь сделать, но чтобы они были, Господи, полностью верны Тебе и доверялись Тебе во всем, Боже мой, что бы Ты ни послал в их жизни. Потому я призываю имя Твое. А как мы знаем, что имя Твое превыше всех имен, Боже мой, и потому мы полностью доверяемся Тебе. И от всей души хотим Тебя прославить в этот час и поблагодарить наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Я знаю, вы принесли подарки, какие-то у вас есть пожелания, но я хотел, чтобы сейчас мы совершаем последнюю молитву. Я хотел просто, чтобы все, что вы еще не сказали Богу за них, чтобы вы благословили. Все, что вы хотите, на самом деле, чтобы вы просто благословили от всего сердца.
Молимся вместе. Господь, Рави Готул Вайда, Романы Готурбады, Калабеди Гесан, Царь Царей. Мы стоим пред Твоим лицом, Боже, Краманы Готул Вайда, Ты Бог, который устрояешь брак. Боже, Ты благословил, соединяешь эти сердца. Аллилуйя, слава Тебе. Человек мог увидеть телон, что-то такое еще не было ни в ком другом. Отец мой, слава Тебе, Краманы Гесари, Ты сводишь и Ты устрояешь, что Ты свидетель и устроитель брака. Слава Тебе, Ты есть тот, который сочитываешь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. И мы, стоящие пред лицом Твоим, то же самое, как я, Отец мой, я просто молю за этих молодых, Боже, чтобы они были счастливы в Тебе, Отец мой, что на самом деле фундаментом их брака был Ты, Иисус, аллилуйя, тот, который верный в Своем завете, Боже, слава, слава Тебе, аллилуйя, Тебе, Боже, проведи их по жизни, я не знаю, что их ждет в это тяжелое время, Отец мой, но я прошу Тебя, Боже, я знаю, когда Ты будешь с ними, то они не будут иметь нужды в хлебе, потому что Ты верный завету, аллилуйя, Отец мой, благослови их нахождение в жизни, Боже, где бы они ни были, Боже, сопроводи их, Отец мой, когда будет проходить тяжелые времена жизни, не оставляй их, Боже, но будь с ними, Отец мой, когда, может быть, даже будет непонимание, Боже, помоги им понимать Тебя, Отец мой, искать помощи у Тебя, искать совета у Тебя, Отец мой, благослови их, как в работе, Боже, благослови их в жизни, в здоровье, Боже, благослови их детьми, Отец, пошли детей от руки Твоей, Боже, я прошу, я благословляю их Твоим именем, Боже, даруй им мудрости Твоей, как жене Иисус, я прошу Тебя, благослови, как бы иметь ответственность, которую Ты даешь ему сегодня, Боже, что на самом деле, чтобы он искал у Тебя силы, помощи, мудрости, Боже, устройства, благослови, благослови к ним за отношения с родителями, Боже, на всем будет понимание, единство, Боже, благослови, и пускай в этом семье будет благословение Твое, чтобы все люди вокруг смотрели и говорили, на самом деле этот брак благословляет Бог, на самом деле этот брак из отражения их боя и славы, Боже, благослови, благослови их, Отец, да будут они счастливы в Тебе, мы благословляем, как друзья, как церковь, Твоим именем Ты благослови, и Ты будь прославлен, всемогущий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Оставайтесь. Это необычный брак, здесь много людей, которые их благословляли. Я знаю, но сочитывает один Бог, слава Ему. Тот, который заключил с вами завет, дайте ваши руки. Я хотел бы сегодня объявить, вы уже сегодня в другом статусе, вы знаете, да? Уже не жених и невеста. Совсем недавно вас здесь объявляли женихом и невестой, но это другой статус. С этого момента они являются мужем и женой. И Библия говорит так, что Бог сочетал, а человек да не разлучает. Поэтому имейте единство, взаимопонимание. Пускай Бог благословит вас, просто радость за вас. Божье благословение. Сейчас поется псалом, будет петься псалом. Я бы хотел, чтобы родители, вы сможете... А, сори, еще не все мы сделали. Если будет петь псалом, мы еще подпишем. Вы можете пока присесть. Мы сделаем еще пару обрядов, но нужных. Свидетели, пожалуйста, главное, свидетели, подойдите, подпишите здесь. Да. Сестер. Он не развалился. Все для вас, все услуги для вас сегодня. Музыканты, еще чуть-чуть, подождите. Еще один из моментов, я думаю, который многие в зале ждут. Да поприветствуйте друг друга уже как муж и жена. Вас уже объявили мужем и женой. Свидетель подсказывает, first kiss. Хорошо, слава Богу. Хорошо, сейчас у нас пока будет псалом. Родители, я хотел, чтобы вы пришли и поздравили первыми. После этого потом, друзья, гости, у вас будет возможность тоже прийти поздравить, а наши будут группа петь. Поздравляю вас. Боже, благословение. Будьте счастливы.
Всіх просимо, щоб не розходилися. Пройдемо в друге поміщення, і там ми будемо продовжувати празднувати за столами. Хай вас всіх Бог благословить.